личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Представители этого имени обладают врожденным чувством справедливости, предъявляя жесткие требования не только к другим, но и к себе. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. У обладателя, согласно L в имени, тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Люди с буквой S в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Предупреждение владельцу с буквы L не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Число этого имени играет ключевую роль во всех астрологических и нумерологических системах. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. За счет своей высокой общительности людям с этим именем довольно просто контактировать с окружающими, вступать с ними в контакт. Буква L в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи. Thank you.